Левченко Светлане Владимировне. Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Свой доклад, позвольте, я начну с краткого изложения клинической ситуации пациента, который поступил к нам как раз в стационар на прошлой неделе. Это больной 84 лет, который был госпитализирован по 0,3 с жалобами на отсутствие аппетита, выраженную слабость в ногах, падение, кратковременность потери сознания. Со слов жены, в течение предшествующих 5 дней отмечались эпизоды дезориентации и галлюцинаторного бреда. В анамнезе у больного гипертоническая болезнь, нарушение мозгового кровообращения 6 лет назад, сохраняющийся легкий гемипарез и гемигипестезия с преимущественным поражением левой ноги, ишемическая болезнь сердца, а также выраженный облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. Из вредных привычек отмечу курение в течение 40 лет до 1,5 пачек в день. При объективном осмотре больной пониженного питания у него отмечалась выраженная эмоциональная лобильность, раздражительность, но при этом во времени и пространстве он ориентирован. При аускультации жесткое дыхание, сухие рассеянные хрипы, при аускультации сердца короткий систолический шум над аортой и гипертония 165 и 100 мм ртутного столба. В неврологическом статусе умеренный левосторонний нижний монопарез, снижение чувствительности на обеих ногах, причем на левой ноге, больше, чем на правой. Естественно, дифференциальный диагностический ряд предполагал прежде всего исключение повторных нарушений мозгового кровообращения или транзиторной ишемической атаки, гипертонический криз, простой обморок, гипогликемия, возможно, хотя в анамнезе у больного сахарного диабета не было, нарушение ритма сердца, возможно, обезвоживание, поскольку за неделю до поступления к нам больной резко сократил не только прием пищи, но и количество потребляемой жидкости. И вот что еще? В плане обследования общий анализ крови, биохимический анализ крови, ЭКГ, доплерография сосудов шеи, эхокардиография как первые этапы алгоритма диагностического. Общий анализ крови у больного был без особенностей. И что явилось для нас находкой, это повышение остаточного азота крови в сыворотке. Это креатинин более 600 микромоль на литр и мочевина приблизительно около 18 микромоль на литр. В анализе мочи микроальбуминурия. Обращаю ваше внимание, что раньше у больного в анамнезе никаких заболеваний почек диагностировано до поступления не было. Почему сегодняшнюю тему я считаю важной для всех терапевтов? Дело в том, что по данным крупных популяционных регистров распространенность хронической болезни почек, о которой мы часто забываем в своей практике, составляет не менее 10% в общем, в целом, среди популяции. При этом в отдельных категориях лиц, в частности у пожилых, она достигает 20%. Что это значит? Что если на амбулаторном приеме у терапевта 10 пожилых больных присутствуют, то наверняка у двух из них есть недиагностированное нарушение функции почек. Для сравнения, хроническая сердечная недостаточность приблизительно у 1% населения, артериальная гипертония приблизительно у четверти. Нужен ли контроль креатинина у каждого пожилого пациента? На этот вопрос я могу однозначно ответить. Да, нужен. Почему? Потому что снижение функции почек наблюдается более чем у трети пациентов в возрасте старше 60 лет, независимо от наличия или присутствия факторов повреждения функции почек. Если у больного есть сердечно-сосудистые заболевания, то в возрасте до 60 лет в этой категории частота хронической болезни почек возрастает до 26%, и признаки хронической болезни почек можно найти приблизительно у трети больных, если изучать категорию лиц с хронической сердечной недостаточностью. Все это свидетельствует о высокой распространенности хронической болезни почек и о том, что этот момент очень важен для работы терапевта, который имеет дело с очень широким контингентом наших больных. По данным
программы, изучающие развитие хронической болезни почек. Высокая ее частота среди пожилых больных связана, конечно же, и с частотой сопутствующих коморбидных состояний. Здесь же присутствует и обратная связь, когда при хронической болезни почек и ее осложнении количество коморбидных состояний также увеличивалось. И, конечно же, нужно отметить, что самыми основными факторами, факторами риска, которые приводят к формированию у пациента хронической болезни почек, являются сахарный диабет, гипертония, гиперхолестеринемия, атеросклероз различных систем и органов, а также всевозможные нарушения гомеостаза. К немодифицируемым факторам риска, которые мы тоже должны иметь в виду, относят прежде всего пожилой возраст, как самостоятельный фактор, обращаем на это внимание, мужской пол, исходное низкое число нефронов, которое обусловлено генетическими всевозможными заболеваниями, расовые и этнические особенности, а также наследственные факторы, ну, в частности, семейный анамнез по хронической болезни почек. Нужно помнить о том, что начиная с 40 лет приблизительно у каждого второго больного начинаются инволютивные изменения почек с той или иной скоростью. Но они протекают очень индивидуально и обусловлены и уменьшением количества нефронов, если сравнивать 80-летнего с 40-летним почти в два раза, и уменьшением на 30% массы почек, и снижением почечного кровотока. Но хочу отметить, что никакой закономерности в развитии резистентности почечных сосудов, в скорости снижения клубочковой фильтрации абсолютно нет. Именно поэтому возрастные нормы, так называемые, функционального состояния почек отсутствуют. Ведущими причинами хронической болезни почек являются заболевания почек, которые составляют приблизительно по 0,25%, это гломерулонефрит и пиелонефрит. И обратите внимание на тенденцию, что доля диабетической нефропатии как причины хронической болезни почек за последние 15-20 лет возросла с 18% почти до 43%. А гипертонического нефроангиосклероза с 10 до 20%. О чем это говорит? О том, что мы стали успешно лечить больных с гипертонической болезнью, больных с сахарным диабетом, и они стали доживать до стадии хронической болезни почек. А вот врожденные заболевания остались на прежнем уровне и за 20 лет никак не изменились. Если говорить о дефиниции, то представленная на слайде дефиниция совсем немного отличается от данной в клинических рекомендациях научного общества нефрологов России 2019 года, но по смыслу никак не отличается и определяется как повреждение почек или снижение их функции в течение 3 месяцев и более, независимо от диагноза. Нужно сказать, что этот диагноз хроническая болезнь почек появился относительно недавно, с 2007 года. Им была заменена рубрика хронической почечной недостаточности, которая в МКБ-10 значится под N18. Но рекомендуется для того, чтобы не изменить общепринятую структуру диагноза, вот этот диагноз хроническую болезнь почек ставить после основного заболевания и кодировать, соответственно, по основному заболеванию. Хроническая болезнь почек подразумевает неизбежное дальнейшее прогрессирование процесса. Оно призвано привлечь внимание врача на более ранних стадиях для того, чтобы начать ранние профилактические меры, которые позволяют отсрочить наступление терминальной почечной недостаточности, которая требует дорогостоящей заместительной терапии, как можно дальше. Поэтому, если сравнивать термин «хроническая болезнь почек» и понятие «хроническая почечная недостаточность», то хроническая болезнь почек – это гораздо шире за счет первых двух стадий, которые были включены.
Нужно сказать, что хроническая болезнь почек может быть и самостоятельным диагнозом, и если вы не установили причину хронической болезни почек, вы вполне можете поставить ее как основной диагноз. Дело в том, что на определенном этапе, когда уменьшение числа функционирующих нефронов достигает критической отметки, круг, который в исходе имеет гломерулосклероз, замыкается. И даже если каким-то волшебным способом мы первичное заболевание почек излечим или исключим системное воздействие гипертонии, диабета, нарушение пуринового обмена, все равно хроническая почечная недостаточность по старой классификации и хроническая болезнь почек, если мы уже ее установили, она все равно будет прогрессировать. Эта схема была предложена Бреннером в начале 90-х годов, но она до сих пор актуальна. И наша задача при установлении диагноза хронической болезни почек предпринять такие меры, чтобы остановить дальнейшее, или замедлить, остановить полностью мы не можем, замедлить уменьшение числа функционирующих нефронов за счет уменьшения, в частности, внутриклубочковой гипертензии и гиперфильтрации. Забегу вперед и скажу, что здесь ведущими лекарством с доказанным нефропротективным действием являются ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Если мы ставим диагноз хронической болезни почек как основной, тогда мы дальше уже ее систематизируем по стадиям 1, 2, 3, которые соответствуют установленной нами стадии хронической болезни. В примерах клинических формулировок, пожалуйста, хронический гломерулонефрит, ХБП второй стадии. Но если вы обратили внимание, то в определении хронической болезни почек есть временной интервал не менее 3 месяцев. Должно быть наблюдаться снижение скорости клубочковой фильтрации. А что делать с теми пациентами, у которых вы впервые выявили вот это снижение? Вы обязательно это снижение должны вынести в диагноз, указать уровень снижения скорости клубочковой фильтрации и поставить дату, которая позволит вам начать отсчет тех 3 месяцев. Если это снижение будет сохраняться, то спустя 3 месяца вы имеете полное право установить у больного диагноз хронической болезни почек. Современными критериями, которые практически не изменились с 2006 года, являются следующие. Это повреждение почек в течение 3 месяцев и более, определяемое как структурное или функциональное нарушение по данным лабораторно-инструментальных методов исследования, которые могут быть как со снижением, так и без снижения скорости клубочковой фильтрации. Какие повреждения почек? Ну, прежде всего, например, это альбуминурия или микроальбуминурия. Либо может быть отсутствие всяких признаков повреждения почек, но при этом вы наблюдаете у больного снижение скорости клубочковой фильтрации меньше 60 мл в минуту, которое обязательно должно быть приведено к стандартной поверхности тела на протяжении не менее 3 месяцев, и после этого устанавливаете хроническую болезнь почек диагноз, поскольку любой из этих критериев позволяет вам это сделать. По классификации выделяют 5 стадий хронической болезни почек в зависимости от уровня скорости клубочковой фильтрации. И вот те 2 первые стадии, когда снижение до еще 60 мл в минуту присутствует, позволяет нам поставить больных с первой стадии хронической болезни почек на диспансерный учет и уже начать у них профилактические меры. Что делать с теми пациентами, у которых скорость клубочковой фильтрации находится в диапазоне выше 60 мм в минуту, но уже ниже 90, которая является нижней границей нормы. В этом случае мы стадию хронической болезни почек не устанавливаем, но это снижение мы обязательно должны отражать в диагнозе, как уже это я озвучивала. Мы очень широко в практике используем всевозможные расчетные формулы для определения скорости клубочковой фильтрации. Их большое количество, каждый из них имеет свои преимущества, свои недостатки. Ну, в частности, если мы формулу Кокрофта-Уальта будем применять у больных с отеками, то мы можем получить ложно высокие показатели скорости клубочковой фильтрации. Поэтому по рекомендации научного общества нефрологов России
России. На сегодняшний день используется достаточно достоверное уравнение SKD-EPI, которое отличается, обязательно учитывает уровень креатинина сыворотки крови для выбора необходимого коэффициента, и формулы здесь представлены как для женского, так и для мужского пола. Отмечу, обращу ваше внимание, что эта формула, она для европейской расы, а для остальных рас, в частности, для негроидной расы, коэффициенты немного другие. Клинические проявления хронической болезни почек в терминальной стадии могут вовлекать, собственно, практически любые системы и органы, в частности, неврологические, что было в нашем клиническом примере, и у нашего пациента хроническая болезнь почек пятой стадии, она дебютировала, манифестировала неврологическими изменениями. И здесь я должна сказать, что это наша недоработка на амбулаторном уровне, поскольку больной имеет длительный анамнез гипертонии, плюс еще атеросклероз нижних конечностей, который, как правило, не ограничивается только нижними конечностями, а поражает все сосуды, должны были больного поставить на учет с такими факторами риска, как я перечислила, плюс еще мужской пол и возраст старше 75 лет, должны были хотя бы раз в год у него определять креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, и тогда бы мы могли у этого пациента теоретически хроническую болезнь почек найти не в пятой стадии, а гораздо раньше. У нас он уже потребовал, кстати, гемодиализа. И коротко о лечении и профилактике. Но первая цель у пожилых пациентов, мы говорим сегодня про пожилых пациентов, первое – это увеличение продолжительности до диализного периода с наличием даже минимальной остаточной резидуальной функции почек, поскольку работы показали, что раннее начало гемодиализа у пожилых больных не улучшает их прогноз. Более того, доказано, что использование, например, малобелковой диеты с назначением кетоаналогов аминокислот позволяет безопасно откладывать начало диализа именно у пожилых и старых пациентов в среднем на один год, что приводит к значимой экономии. Прежде всего, мы больному объясняем важность диеты, поскольку она должна начинаться уже на ранних стадиях, когда креатинин только-только начинает превышать нормальную границу. Но повторю, что для стадирования хронической болезни мы имеем в виду только уровень скорости клубочковой фильтрации, потому что креатинин, он очень мобильный, он может расти, он может увеличиваться, и он скорее должен использоваться нами как критерий, как показатель эффективности нашей работы. В основе диеты должно быть ограничение белка и фосфора, обязательно с добавкой незаменимых аминокислот. В стадии полной компенсации мы сохраняем нормальное потребление белка, которое в среднем должно составлять 1 грамм на килограмм массы тела. Как снизить фосфор? Очень просто. Рекомендовать отваривать говядину, рыбу, рис и картофель повторно в больших количествах воды. И этот простой способ позволяет практически в 2 раза снижать количество фосфатов в пище. Но кроме того, можно назначать кетостерил до 8 таблеток 3 раза в день одновременно с приемом пищи для уменьшения всасывания фосфатов из просвета кишки. Что касается соли, то... Что касается соли, то резкое ограничение может ухудшать состояние больных, поэтому при отсутствии гипертонии с хронической болезнью почек можно никак не ограничивать потребление соли. Нужно помнить, что даже в компенсированной стадии хронической болезни почек возможно развитие дегидратации, например, при рвоте и поносах. А наши пожилые больные очень чувствительны к этому. Большой проблемой является полипрагмазия у пациентов старше 60 лет. И здесь звучало утром в секции нефрологии о том, что по-прежнему нестероидные противовоспалительные средства, которые наши пожилые больные используют в огромных количествах, являются первым повреждающим фактором в плане развития лекарственного поражения почек.
И в заключение хочу сказать, что необходимо лечение основного заболевания. У пожилых больных часто требуется не назначать дополнительные средства, а просто отменить те средства, которые они передозировали, например, петлевые диуретики, потому что в этом случае элементарное восстановление объема циркулирующей крови уже нормализует состояние больного и снижает показатели остаточного азота крови. И среди гипотензивных средств, конечно, на первом месте у нас стоят ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, а при их непереносимости блокаторы рецепторов ангиотензина. Снижение зависит от степени протеинурии, и при выраженной протеинурии уровень целевого рекомендуемого давления ниже, то есть наше лечение гипертонии должно быть агрессивнее. И здесь приведу те данные, которые мы озвучивали на нашем прошлом симпозиуме, просто напомнить о том, что сегодня фторхидролоны для лечения инфекций, которые часто бывают у наших пожилых больных с хронической болезнью почек, не могут быть препаратом выбора для лечения неосложненной инфекции мочевыводящих путей. Здесь на первом месте стоит фосфомицин. Хотя фторхинолоны, безусловно, остаются ведущим на сегодняшний день препаратом для лечения пиелонефритом, осложненными инфекциями мочевыводящих путей нижними, а также инфекциями гениталии и бактериальным простатитом. Благодарю за внимание. Я закончила.